Сегодня 2 января, вечер. Вот сижу, понимаю. Понимаю, что мне завтра. Что мне завтра 33. И в животе какая-то тревожность наступает. Как-то так. Я всеми силами отталкиваю приближение дня рождения каждый раз. Но неминуемо наступает. Вот тут стоит ком, хочется плакать. Каждый раз в день рождения у меня такая штука. Еще завтра на работу. У работы тоже. Вроде должно полегчать, но нет. Как-то эмоционально. Решила поделиться. Как-то всегда страшно начинать какой-то период новый. 33 – это новый период в жизни. Доброго ранку, вы из Украины. Сегодня 3 января. На термометре. Сколько у нас? Фокусироваться даже не хочется. Смотрите на него. Минус 18. Стандартная украинская зима. И очень-очень красиво на улице. Сегодня пойду в своих новых ботиночках покорять зиму. Привет, 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 всем привет. Ну что, этот день все-таки настал, как бы я его не хотела. Мне 33 годика. Но, знаете, вчера я так грустила, мне было так как-то непривычно, и хотелось плакать, прям был ком в горле, но сейчас я проснулась, видела, сколько у меня поздравлений, так приятно. Красивые фотографии с фотосессии, я заранее подготовилась, сделала себе фотосессию с воздушными тройками. Еще видосик записала, но не знаю, выставлю ли я его. И, хотела сказать, и несмотря на все это, у меня нормально. Настроение, это очень удивительно, поскольку я в день рождения всегда грущу, страдаю. Может, в этом году будет все намного лучше. Сейчас я собираюсь на работу, у меня рабочий день, 3 рабочих дня. Вот, сегодня на работе немножко посидим с коллективом, отметим и Новый год, и мой день рождения. Что вам сказать? Если меня поздравило больше 10 человек, это, наверное, хорошо. Родители с утра тоже поздравили. Так тихо притаились, я выхожу с ванной. Они такие: «Наташа, с днём рождения!» Я такая: «Боже, на что вы кричите? Дайте проснуться сначала!» У нас же холодина, я сегодня хочу потеплее одеться, но, естественно, марафет не буду наводить, даже макияж хочу сделать такой какой-то легкий, простенький. Вчера только волосы выпрямила, чтобы нормально выглядели. Буду в спортивном костюме, в теплом. Мне очень нравится эта погода, потому что у нас льют каток. Я вчера ходила, смотрела. Скоро буду кататься на коньках. Это очень круто. Постараюсь сегодня для вас немножечко снять этот день. Себе тоже на память его оставлю. Просто рабочий день, ничего не планирую грандиозного. Так что пусть этот день пройдет очень хорошо и тихо. Вот так я выгляжу. Сейчас покажу. Вот такой у меня сегодня макияж. У меня, конечно, очень сейчас настроена на портретный режим видеосъемка, поэтому у меня такая вся заблюренная, красивая. Вот. И будет у меня на работе чуска. Вот такая вот. Стандартному или просто хвостик, скажу, не знаю. Все, одеваюсь, иду покупать конфетки на работу и будем работать. Как-то так. Утром получила свои поздравления. Приятно. Но как-то мало. Предыдущие годы было больше. Ну ладно, сейчас покажу, кстати. Боже, девочки, смотрите, какая прелесть. Смотрите, какие они классные вместе с одеждой.
с этим костюмчиком. Боже мой, это ж такая прелесть. Как мне нравится. А это мой костюмчик зелененький. Под этот. Блин, как это стильно и красиво. Ну что, в общем, я выгляжу вот так. Ну все, я вот такая снегурочка. Какая красивая, не могу. Пошла, куплю конфетки и на работу. Всем хорошего дня. Непривычно, конечно, после плюсовой температуры сразу в минус 18. Ой, как бы вот дойти до работы. На улице, блин, капец, как красиво. Я в такой плотной экипировке. Надеюсь, не замерзну. Пришла на работу, меня поздравили, цветочки подарили. Так я выгляжу. Ну что, уже обед. Вот такая я нарядная. Как гномик выгляжу. А, сейчас на обед, потом вечером соберемся с коллегами. Посидим. Отметим мой день рождения, потом дома с родителями. Ну, в принципе, все, надарили мне цветочков, подарочки какие-то есть. Вот. Столько поздравлений за день, так что я довольна. Так, девочки, мальчики, что касаемо сноубутсов моих, они очень теплые, очень удобные, очень стильные, классные. Но такие скользкие. Вот те предыдущие, что я вам показывала, они вообще не скользкие. А эти очень такие прям... Невозможно идти, я просто скольжу в них. Ну, может, конечно, еще на улице не посыпала, но по посыпанному идти хорошо. Вот. Я в них даже не разувалась, потому что у нас минус 18. И получается... Ой! И получается тепло было, короче, в них. Улица очень холодно, все потеет. Камера просто, блин, хлам запотела, но красиво, пипец, и скользко. Вот, пока дошла, все волосы замерзли. Это жесть. Как у нас красиво. Смотрите, кто меня встречает. Смотрите, моя же колодка встречает меня. Это мой кот Тимон. Это со мной давно будет помнить. Мой красивый сладкий зайчик. Да, ждет меня в обед. Все работы. Ох ты, боже мой. Такая мордашка, да? Такая мордашка жопку свою подставляет, да? Ух и лапа. Купила себе вчера небольшой подарочек ко дню рождения. Вот такая штука. Хотела с Алика заказать, но эта штука была в Авроре. Сейчас установлю телефон. Покажу вам. В общем, дети 90-х будут знать. Тут даже есть джойстик, но у меня телевизор не такой. Короче, это штука, в которую можно играть. Я купила это Радио Марио, конечно же. Вот. Это вообще вещь. Я подключала к телевизору, тоже все работает. Просто адская штука. Можно просто рубиться в нее. Все старое это хорошо. Ой, все новое это хорошо, зато старое. О, даже музыка та же. Короче, решила себя порадовать. Желаем, чтобы было у тебя в своей жизни первое. Красота. Я горячая женщина. Ален, я не слышу Ирину Николаевну. Чтобы было настроение на работу в том числе. Для личной жизни все вот так вот смотреть высоко и оценивать. Как было бы на что смотреть, хорошо. Да. И чтобы было на кого смотреть, чтобы это было для души. Нюансы там с всякими программами разными, ну там прям... Надо приложить, да?
Нет, мне нравится вот этот фактор, то, что ты чего-то не знаешь и уже чему-то учишься. То есть ты развиваешься, куда-то стремишься. Ну, это очень классно пообщались, посмеялись, подарили мне подарочков, цветов. Но цветы не забрала, поскольку на улице минус 20. Я боюсь, что эти цветы просто сдохнут. Оставила до завтра. Завтра будет теплее уже. Заберу домой. Очень классный день рождения. Неожиданно. Я очень-очень рада, что он прошел именно так. Хотя я вообще не хотела, чтобы он наступал. Очень много поздравлений было, очень много классных слов. И не просто, знаете, с дэрэшкой там тебя, а именно люди поздравляли большими предложениями, до сих пор еще поздравляют. Запостила свои фоточки. Кстати, заходите в инсту, меня уже не видно. О, заходите в инстаграм. Может, так будет видно. Ну, смотрите мои фоточки, видео в рилс. А я пойду домой. Отсыпаться, отдыхать перед завтрашней работой. Завтра у меня рабочий день, еще и ритуал. Так что спасибо, что были со мной сегодня. Пусть этот ложек был маленький, но всем классных, классных вечеров, выходных. И оставайтесь на канале, пишите комментарии.